Друзья, сегодня я поступила от вас интересный вопрос о том, как защищать себя в людных местах, когда вы где-то ездите в автобусе, летите в самолете, от различных вирусов. Ну, я поделюсь своим опытом, как это делаю я, что у меня лежит в сумке всегда, для того, чтобы не было никаких проблем и ничем не заразиться. Во-первых, у меня в сумке всегда лежит баночка эфирного масла чайного дерева от Дотеры. Именно это масло самое качественное, самое хорошее, которое я люблю использовать. Как я его использую? У меня есть ролик от Дотера и есть чистое масло. Не принципиально, какое у вас масло будет. Единственное, что если вы будете часто использовать чистое масло под нос, как я его использую, то может сушить кожу, потому что все-таки это чистый эфир, да, и он может немножко растворять жиры, липиды кожи и подсушивать кожу. Поэтому лучше использовать ролик эфирного масла чайного дерева, потому что он уже разведен с базовым маслом в нужной концентрации. Так вот, я обычно, когда захожу в транспорт или нахожусь в транспорте, если я там долго нахожусь, я наношу масло не на пальцы, а на, получается, это какая сторона ладони? Не на саму ладонь, а на другую сторону, на верхнюю сторону ладони наношу масло, а потом его под нос. Вот таким образом. И так делаю несколько раз за поездку. Ну, понятно, почему на пальцы не наносим, потому что пальцами мы цепляемся за все. Там могут быть, естественно, микробы, которые мы можем также вдохнуть. Поэтому на верхнюю часть ладони наносим, а потом под нос. Что еще я ношу с собой? Мне очень нравится, как работает Ноздрин. Но единственное, что его надо хранить в холодильнике, то есть постоянно он в сумке у меня не лежит, я его обычно кладу в сумку, если я куда-то еду. Ну, на самом деле, масла чайного дерева вполне себе достаточно. Поэтому у кого нет, приобретайте, у кого есть, не забывайте использовать в людных местах. Деткам также в садик отправляете, под носиком помазали чайным деревом, вечером он у вас из садика пришел, под носиком помазали ему чайным деревом. Все, у вас уже будет некая антибактериальная защита, и она очень хорошо работает.